Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Ну что, поездка в столицу Норвегии, в Осло, на митинг, началась с опоздания на самолет. Я опоздал на свой рейс, проводил его через это окно. Сдаваться не стал, купил билет на следующий рейс, и вот сейчас жду посадки на него. Увидимся с вами на митинге, иншаллах. Я благополучно прибыл в Осло, аэропорт Гардемон, кажется. Сейчас здесь меня должны встретить люди, и мы отправляемся на митинг. Короче, все оказалось сложнее, чем предполагалось. В Норвегию никого не впускают без того, чтобы протестировать его на ковид. Когда из зоны прилета ты выходишь, тебя какие-то чуваки таких оранжевых жилетов, специально обученные, они, в общем, ведут этот весь поток, поднимают его на второй этаж. Там, ну, правда, все продумано, у них там QR-коды, сразу же регистрируешься в специальном сайте, в общем, там номер все оставляешь, они все перепроверяют, и когда ты подходишь, твоя очередь уже настает, ты уже с QR-кодом туда подходишь. В общем, после этого тебя тестируют, и ты должен ожидать здесь в течение получаса. Должна прийти смс-ка, если ты не болен, то, в общем, ты можешь заезжать. Если болен, то, очевидно, они тебя будут изолировать, наверное. Или расстреляют. Короче, концлагерь какой-то здесь. Вообще масочный режим, снимать нельзя. Короче, Швеция, я тебя люблю. Так, я прибыл на митинг. Мы сейчас находимся в центре Осло, перед зданием парламента норвежского. И вот вокруг меня находятся наши люди, протестующие. Вот отдельной группой стоят женщины. Это оператор из Швеции. Они снимают фильм про нас, про Чечню, про беспредел, творимый у нас российским режимом. И здесь на митинге присутствует Анзор Масхадов. Мы с ним увиделись, пообщались. Продолжим, иншаллах, дальше наше общение. Нам уже пора закруглять этот митинг. Будут еще, наверное, видео из Норвегии, иншаллах.